Подписи в документе поставили Виктор Зимин и Владимир Рашевский. В течение 2016 года СУЭК намерен направить на реализацию социальных проектов республики 40 миллионов рублей. В том числе это проекты в сфере культуры, спорта, образования и здравоохранения. Ну а власти, в свою очередь, обещают оказывать всестороннюю поддержку компании. Сегодня, несмотря на сложную экономическую ситуацию, СУЭК в Хакасии довольно уверенно показывает рост. За последние 5 лет добыча угля увеличилась на 25%. Это позитивно отразилось на налоговых отчислениях в местный бюджет. Как сегодня отметил глава Хакасии, СУЭК для республики – один из самых надежных и проверенных партнеров. Мы через эти ресурсы строим садики, спортивные сооружения по 3 муниципальным образованиям. Каждый год эти соглашения мы продляем, каждый год выделяется эта сумма. Мы ощущаем поддержку во всех вопросах. Для нас соглашение тоже очень важный документ, потому что помимо производственной деятельности, для компании принципиально важным является вопрос развития социальной среды и республики в целом. Для нас Хакасия – это очень важный регион, и особенно тех муниципальных поселений, где живут наши сотрудники.